Добрый день всем, ребят. Выпустил голубей. Ну, сегодня погонял, но не снимал. Сегодня полетали у меня, в принципе, хорошо. Они днем полетали. Можно сказать, на четверочку просто. Ко мне человек заходил, я так из камеры приподнял, просто пообщались, а и голуби неплохо полетали. Ну, сейчас время уже 16:04, уже вот солнышко садится. Сейчас попробую их выгнать с голубятней. И так пару кругов, если пролетят, то пролетят с на паузу. Удочку не взял. Взял просто он майку. Маечку взял. Это поздновато, это не гон. Не хочу сейчас гнать их. Это так, чисто символически. Сегодня хорошо. Вон кто-то, гад, далеко ушел. А эта голубка, вот, кстати, хотел сказать, вот ее уже ничем не исправишь. Голубка не забивная, бьет, но падает на чужую крышу. Ох ты. Фокус девайса. Вон она уже упала. Вот она. Вот она куда упала. Два зеленых кольца. 3 дня ее не было. Прилетела она у меня с командировки. Эти вон сидят негодяи. Вот так вот новый летает. Вот этот новый. Вон еще сколько их. Придется все-таки мне удочку взять. Остальные вот они. Поразлетелись. Черныши все равно лучше всех бьют и чаще. Ну, есть там, конечно, и какие-то другие, но все-таки. И он, черныш, зависает. Вот так лошонок. О, молодец, сорвался. Лень мне просто удочку брать. Хотел сегодня с утра такту погнать, но у меня тут на работе проблемы, поэтому. О, так лошонок сорвался. Это тоже из новых. Вот он, дурачок. Вот еще и круг-то толком не знает. Ну, пускай. Пускай. Вот. Кто-то идет со стороны. Вот он. Вот так лошата. Бах-бах. Так, ладно. Вот эти зато. Вот. Немножечко приподнялись. Вот кучка. Вот. О, обязательно надо. Если завтра будет все хорошо, погода хорошая будет, покажу вот именно отдельно такву. Вот голубка уже начинает. Как бы, но она у меня метиска там. Таква и лениноканский, по-моему, замешан. Это мне подарили эту голубку. Вот в 3 кучи. Потихонечку играет. Но утром было лучше. Утром вот Аслан приезжал. Мы погоняли. Утром лучше они полетали. Намного. Вон обрезанная. Бах. Упала. Это просто тренировка перед ужином.
перед ужином. Пускай, я надеюсь, не особо они, никто космонавтов не будет. Сегодня были 4, а мы еще сколько-то хорошо полетали. Небольшими кучами лучше, чем просто надо же поднимать всех, чтобы они не зря сидели, жрали. Поэтому вот так вот кучей пытаюсь. Вот они бьют, где кто-то отстает периодически и играет. Можно, конечно, там взять десяток, я вот выберу и просто сыграть так на показуху, показать, что у меня голуби поднимутся и будут летать. Ну, час точно полетают, а может быть и два. Иной раз они по 4 часа некоторые летают. Но зимой мне вообще такие результаты не интересны. Их не полеты такие. Там всего единицы летают. Вот этот вот мой сизый мраморный гад не пошел. Сегодня отлетал, вот он с утра хорошо отлетал. А сейчас не пошел. Вот зарезанный. Резанный на дереве. Я некоторых дорезал, некоторых нет. Те, кто летает поодиночке, в основном все и играют. Там штук 10 мотаются. Они и повыше, вот повыше верхней стаи, вот они. Крутятся. Я, наверное, на паузу. Ага, вот сапсан. Сапсан пришел. Вот он, сапсан прилетел. Ух ты, гаденыш. Вот он. Вот сейчас будет минус. Сейчас будет. А высота большая-то. Вот он пошел атаковать. Опа. Одного промазал. Вот он. На такой высоте. Опа! Ах ты! Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Чуть не забрал черныша. И пошел его черный вниз. Опа! Промазал. Промазал. Опять заходит. Опять заходит. Вот он, вот он, вот он, вот он. Идет, идет, идет. Эх то, промазал. Ух ты! Вот они. Рой. Почему они? Вот что делают. Что они творят, а? Вот так, голуби. Вот он опять заходит. Опять заходит. Собака нарисовался. Почему голуби так роятся? Потому что они бздюхают. Так, пошел он, пошел вниз туда, пошел. Все, больше трогать не буду я их. Сейчас я на паузу. Хотя, что на паузу ставить? Я и ракетницу-то не брал, думал, они не поднимутся. Вот они, космонавты, там еще остались, вот одиночки. Как бы он сейчас не развернулся, этот негодяй, опять не прилетел. Вот так взюхает. Или сейчас он их задерет, и они у меня на ночь останутся. Эти уже все. О, дикобразы мои. Молодцы. Молодцы. Тут фу, сегодня
Он промазал. Давай садитесь быстрее. Но этих он же навряд ли будет, эти внизу шмурыгают, вот они понад деревом. А вот за тех я как-то уже сам вздюхаю, поднимется гад и даст им под хвост. Вот они там разлетелись, не знаю, надо камеру выключить и посчитать их. Даже вот куцы без хвоста, вот командировочный мой, он не садится. Летает гад, и даже и не играет, забивной мой. Это называется, дурь с него вышла, лень. Кушать надо, жить где-то надо. Вот он и прилетел домой. Так, ну вот. А утром было все хорошо. Голуби полетали, мы со Сланом посмотрели. Очень даже неплохо полетали. Лучше, чем сейчас намного. Вот этот мраморный, где гад бьет. Так. Что-то я уже смотрю отдельно на черныши, уже думаю, мерещится сапсан мне. Летит. Ну, так, лакобан. Ну, белый этот не летал. Вот. Черныш на посадку шпарит. Садись уже, садись, негодяй. В общем, могу сказать, что ровно 5 штук. Вот персючка эта прилетела, вот она. Вот ей надо что-то хвост подпереть, видимо. Боюсь, очень боюсь, что забьется. Голубка уже с весны, вот только с весны начала у меня игру она брать. Уже у нее один раз яйца были. В общем, 5 штук у меня не прилетело. Не прилетела моя столбовая голубка, не прилетел краснорябый такой голуб. Вот. И кто еще кто? По других я, в принципе, не могу точно сказать, кто не прилетел. Еще вот так вот сижу, смотрю, не особо. Не знаю, вот черныш. Ну, давай. Вот, на стороне сыграл. Сейчас нет. Не хочет. Ну, не хочешь и не надо. Вроде бы верхние опускаются. Вот тоже черныш. Ух ты. Фокус. Эти не сели. Эти бы еще полетали, не прилетел бы сапсан. Верхние вроде бы троечка все-таки. Вот чуть-чуть повыше. Вот они. Вот. Остались. Тройка выше осталась. Вот. Лишь бы потянулись. А вроде бы и куча летает. Вот так удалю. Те еще чуть-чуть повыше. Другие уже в разброс вот к этим тянутся вроде бы вниз. Так что одна единственная голубка, вот, которую ту показал. Она, видимо, там и сидит. Сейчас ее покажу. Не знаю, ее только лишь убирать или не знаю почему она привыкла на ту крышу садиться. Эта камера на деревья больше фокусирует. Сейчас отойду сюда. Она там и сидит. Далековато. Далеко. Так удалю. Далеко от меня эта крыша. Вот сейчас покажу. Вот она. Вот здесь сидит. Голубка не забивная, бьет хорошо. Но вот так вот. Как есть, так и показываю и говорю. В общем, из 50 минус 5 штук. Вот почему краснорябы не прилетел, не знаю. Я так думаю, его
мог только лишь сапсан забрать. Это такой хитрожопый был голубь молодой. То играет, то не играет. Вот я его до этого показывал, говорил. Вот. И он у меня ни одну командировку не пропускал. Куда бы я ни ездил, я и избавиться от него хотел, вывозил его одного. Он всегда прилетал домой. А вот на этот раз он не прилетел. И я так думаю, все-таки его наш знакомый скушал. Не мог он не прилететь. Какие бы нибудь черные, ладно, я понимаю, там забивные. Вот кто-то, наверное, из них не прилетел. А вот кто это? Кто-то играет. Грязно-мраморный, по-моему. Этот желто-мраморный. Он тоже одиночка. И ему стоит только взлететь. И он тогда летает хорошо. А так сам себе на уме. Взрослый голубь. В стае не летает. С другой стороны, он молодец. Он тоже по командировкам. Вот загнал. Загнал кого-то мраморного, резаного. Ну, этот прилетит. Вот он. На соседскую крышу упал. Вот как-то так. Ладно, сейчас на паузу. Они все равно вот летают и больше ничего. Хоть сегодня небольшой короткий ролик. Вот одиночки только вот летают и периодически играют. Я вот посмотрю на них. А тройка все-таки, все равно они повыше чуть-чуть. Вот они. Вот. Двое вроде тянут. Тянут вниз. Лишь бы до темноты. До темноты все упали. Так, ладно. Все пока на паузу. Хочу показать вот этот мраморный, который... Ах ты! Ну, я чуть-чуть прозевал. Не знаю, что будет, когда у него хвост вырастет. Но он и сейчас неплохо. Про которого мне, ну, так написали. Это кинг. Это не кинг. Прикололись ребята. Ну, самое главное, что он летает и домой прилетел с командировки. Остальное не важно. Лишь бы в забой не ушел. О, черныш. Черныш. Молодец. Остановился и... И куча ему не помеха. Но сейчас зацепят. И все... Все километраж наматывают. Чем кормлю? Кстати, спрашивают там, чем кормлю. Я отписался вот. У меня... Сейчас процентов 40 ячменя, 40, ну не 40, процентов 30 у меня пшеницы. Ну остальное вот там немного кукурузы, немного гороха. Вот чуть-чуть совсем семечки голуби полиняли уже. Сейчас вот ячменье, ой, семечку уже меньше даю. О, вот и вот еще двоечка, шейка и белый. О, хоть какие-то выскакивают на посадке. Боятся. Ну что поделать, полетать надо. Сожрет, конечно, кого-нибудь. Единички. Вот даже черный, вот он с куцым хвостом, черный белокрылый прилетел на второй день, прилетел уже, у него, наверное,
ночное видение в потемках практически прилетел. Утром пришлось мне его, сестра сказала, на крышу вот здесь на прилетной доске. Я рано приезжаю, к 6 чистить перед работой, и я его в потемках снял, закинул. Вот. Ну и еще раз повторюсь, вот прилетело 45 штук из 50. Вот. Чиль выкобеливается. Они вон не могут толком игру набрать в этой куче. Один в забой пошел, этот он вроде трах-трах. И... сегодня даже с утра, я не знаю, наверное, волк в лесу сдох. У меня чап опустился сверху. Я его как бы особо и не гоняю. Ну, он и лентяй. Летает так вот бабочкой. Вот. Вот еще кто. Кто это? Мне кажется, что это моя чилька тоже не летала. Я не могу точно посмотреть. Кажется, чилька в лед пошла. Вот она. С подперенным хвостом черным. Я думаю, это только она. Вот она. Эх. Аж заносит. Да, вот голубка тоже на старый дом и обратно не летала. Вот сейчас опускается сверху. Вот черт их поймешь, эти голубей. Вроде бы и не летают, а вроде бы и летают. Так, оставались еще трое. Я сейчас покажу и на паузу поставлю. Эти еще как бы высоковато чуть-чуть. Вот они. Вот они. Мотаются. Ой, да, вот они, троечка. Так, удалю. Надо их чуть-чуть подождать. Я думаю, сейчас уже скоро опустятся. Сейчас на паузу. Так, ребята, вот сразу я покажу, чтобы я не знаю, какие пропорции. Вот, вот такая зерносмесь у меня. Вот. Кукуруза, ячмень, просо, пшеница, чуть-чуть семечки. Вот. Ну, сейчас вот на данный момент чуть-чуть вот здесь смочено рыбьим жиром. Немножко куркумы и черного перца. Вот я не так часто даю куркуму и черный перец, но зимой буду довольно-таки чаще давать, нежели чем летом давал. В общем, вот такая вот зерносмесь у меня. Вот то, что я даю. Ну, верхнюю голубятню, верхнюю я даю чуть-чуть побогаче, там уже и рапс присутствует. Вот, ну, точно такую же ячменя даю немного меньше, практически я его туда не добавляю, вот, потому что там птенцы. Туда уже я добавляю немножко и рапс у меня идет, и вика чуть-чуть. Ой, не вика, а сорга. Вики у меня нету, я не купил. Сорга. И рис идет. Вот, даю туда чуть больше семечки, потому что там те голубей не гоняю, они сидят заперти, там дети. Вот там, как я и показывал, у меня такла, вот желтые, белые. Вот, в общем... туда даю, вот как бы ячмень не даю, редко так вот даю ячмень. Так что вот так. А три дурачка у меня, в общем, летают, эти уже кушать хотят, вон перелетают постоянно, бегут ко мне, они ведро видят. А с этими как бы я не доигрался. Солнце уже село, вот туда солнце село. Вот, а голуби мои, я сейчас попробую поймать. Так, не вижу, вот они. Так, что-то никак.
не могу поймать. В очках не вижу. Эти негодяи опять поднялись. Вроде бы они были ниже. Не знаю, что показывают. Ничего, наверное, не показываю. Вроде бы они не так высоко, я что-то не могу их поймать. Камера не хочет фокусировать. Вроде бы там он темного хорошо должно быть видно. Почему-то она не фокусирует. Камера не хочет. То, что как бы сереет. Из-за этого они ниже средней высоты летают. Посмотри, не хочет она их брать. Вот облачко-то вижу, вот это вот белое. Она должна на них сфокусировать, но она что-то никак не хочет. Даже вот черного сейчас нет. Ты будешь делать. Ладно, сейчас я на паузу, я так постараюсь их поймать и показать, что еще трое улетают. Вот их поймал. Вот они, негодяи мои, летают. Сейчас удалю, потом не поймаю. И держать их. Кстати, надежда есть, что они опустятся. Вот так удалю. Мне как бы не высоко, но не хотят, а эти уже хотят кушать. Так, ладно. Подожду, пойду сейчас свет в голубятни включу. Уже надо сманивать. Не думал я, что они полетят. Вроде бы уже начинают, кажется, скидывать. Не знаю. Подожду еще немножечко, ладно. Так, ну вот, наконец. Один черный резко падает вниз. Уже стемнело. Почти темнеет. Это голубка с белым перышком. Вот она без игры. Резко падает. Так, и двоечка остается еще. Наверху эти белых хуже видно. Вот он один, второй они в разброс летают. Вот. Еще играет. Пониже, может быть, этот тянет его вниз. Один не хочет опускаться. Ладно, я на паузу. Так, прозевал. Вот он один еще садится, и один остается. Один опускаться как бы и не хочет. Вот так.
полетал. Вот этот вот что-то не видно. Посмотреть. Синяя грудь мазаная. Это молодая. Молодая голубка. Так. И этот уже тоже поддержки нету. Еще этот третий опускается. Третий, по-моему, это не знаю, кто это, по-моему, перка. Перка лентяй. Утром зацепился, не полетел. Зацепился на соседскую крышу. А сегодня вот он. Вот так складывается, складывается. Вот так вот. О, чуть не убился, все. Все, идем дальше. Идем дальше, сразу идем их кормить. Так, а кормушки я не взял, кормушки помыл и оставил. Ладно, сейчас включу свет и приду. Сейчас они в ведро залезут, негодяи. Сейчас, вот они. Так, я и свет не включил. Вот, они уже за мной бегут. Сейчас на паузу. Так, ну вот и все. Вечерние полеты закончились. Теперь вот быстренько ужинаем и отдыхаем. Завтра, если получится, как и говорил, если будет погода и все будет нормально, в общем, обязательно с утра погоню только лишь такву. Такву и там пару белых перцев погоняю отдельно от бакинцев. Ладно, ребята, всем удачи, всем пока.